Кстати, на сайте Министерства труда сегодня появился пенсионный калькулятор – особая программа, с помощью которой любой желающий сможет предварительно оценить размер будущей пенсии. Он разрабатывался под новую пенсионную формулу. Согласно ей, права на получение пенсии формируются в баллах. При 35 годах трудового стажа работник со средней зарплатой получит пенсионное возмещение на уровне 40% утраченного заработка. Дополнительные стимулирующие баллы будут начислены за стаж свыше 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Работники, которые отложат оформление пенсии на 5 или 10 лет, тоже получат дополнительные баллы и более высокую пенсию в итоге.